я хочу обратиться к народу Германии. Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, найти своих родных и близких, которые находятся в Германии. Заберите, пожалуйста, этих людей к себе. Это небольшая нагрузка. Они хотят жить в Германии. 2000 человек – это небольшая проблема для Германии. И канцлер Меркель с этим согласилась. Но блокируют все это поляки. Я также хочу обратиться к народу Польши. Дружественному, трудолюбивому народу, с которым мы всегда жили по соседству. Я обращаюсь к народу Польши не потому, что там нет руководства. Просто руководство в Польше обезумело. Оно потеряло реальность. Поэтому, уважаемые поляки, образумьте своих политиков. Вы же понимаете, что за счет вот этих обездоленных людей они хотят решить свои внутренние проблемы и внешние. Первое, они хотят получить те миллиарды евро, которые им должен якобы Евросоюз, но сейчас не отдает в силу определенных причин. И вторая проблема внутренняя, там тяжелая ситуация. Поляки недовольны политикой правящей коалиции. И они все больше предъявляют требования своему правительству. И чтобы отвлечь от этих проблем, они устроили вот эту бойню на этой границе. Поэтому еще раз прошу поляков, настойчиво прошу, нам не нужны никакие столкновения, тем более войны. Пропустите этих людей в Германию. Они ведь не к нам, Беларусь. Они не в Польшу идут, они идут в Германию. Пропустите их, и будет решена проблема.